Всем привет! Вы на канале Game Julia. Сегодня я покажу вам, как своими руками сделать простую и очень красивую открытку на 8 марта. Понадобится один лист желтого картона для основы, один лист белой бумаги, один лист зеленой бумаги и полоска желтой цветной бумаги. Картонный лист складываем пополам. По центру будет располагаться восьмерка. Берем зеленую бумагу и вырезаем два кружка. Один диаметром 6 сантиметров и второй 9. Большой кружок наклеим в нижней части, а второй в верхней, чтобы получилась восьмерка. Намазываем клей и прикладываем кружки так, чтобы они не соприкасались. А теперь займемся украшением. Из белой бумаги нарежем кружки диаметром 5 сантиметров. Каждый кружок складываем пополам, еще раз пополам и еще раз. Рисуем контур двух лепестков и вырезаем по линиям. Раскроем и прорежем в этом месте лепестки. И тут. Раскрываем. Получилась ромашка. Прорезаем ножницами до серединки и отрезаем один лепесток. Наносим на крайний лепесток клей и склеиваем ромашку. Кончики лепестков нужно слегка подкрутить ножницами. Посмотрите, какой красивый цветочек получился! С остальными кружками сделаем так же. Все 13 штук готовы. Теперь из обрезка желтой бумаги я вырежу несколько кружков для сердцевинок ромашек. Чтобы вырезать сразу несколько одинаковых кружочков, я складываю листок несколько раз и вырезаю. Желтые кружки сердцевинки приклеиваю внутрь каждой белой ромашки. Когда все ромашки сделаны, начинаем их наклеивать. Наносим клей сзади по центру цветка и приклеиваем по краю зеленого круга. Первую ромашку приклею здесь и так продолжу наклеивать оставшиеся. Теперь моя восьмерка состоит из ромашек. Кажется, не хватает какой-то детали. Складываем зеленую бумагу пополам и вырезаем сразу два листочка. Вот так, сразу два получилось. По краю маленькими ножницами делаю насечки. И подкручу листочек. Приклеиваю один листок по центру восьмерки под ромашками. И второй также. Остается последний штрих – вклеить внутрь поздравление. Я подготовила листочек с приятным поздравлением в стихах. Надеюсь, вам понравилась такая идея, и вы тоже поздравите своих близких такими яркими открытками. Успехов вам в творчестве и до встречи на канале Game Julia!